Аламерт представляет. Всем привет, с вами Аламерт, и недавно мне в комментариях подкинули идею сделать кривой перевод компании путем многократного перевода фраз в переводчике, чтобы вышло что-то типа «Лесного болвана» или перевода «Сан-Андреса». И если понравится такой формат, то будем делать по следующим компаниям, а пока пролог «Исход Орды». We never paid any heed to the ancient prophecy. Мы не верим в колдунов. Like fools, we clung to the old hatreds. And fought as we had for generations. Он всю жизнь боролся против врагов наших предков. Until the day the sky rained. Пока не настал день. And the new enemy came among us. Небо исчезает, как свиток. We stand now upon the brink of destruction for the reign of chaos. И враг вторгся в нашу землю, чтобы взорвать ее. The sands of time have run out, son of Durotan. Для сына Дуртана время является сущностью двух контуров. The cries of war echo upon the winds. The remnants of the past scar the land. Они напоминают нам, что в прошлом ветер дул войну. Солдаты сталкиваются с административными проблемами, и им разрешается бороться во всю силу. As mortal armies rush blindly towards their doom. А когда люди слепые, они сажают в тени лета и общаются с вашими людьми после толпы. Соберите собравшихся и будьте вместе со своими людьми в будущем. Глава 1. Следует за видением.
При бедабе Бладобу вождю гоблинского тролля снился кошмар. Это мечта. Это мечта, а не молодой лидер. Это видение. Следуй за мной, и ты узнаешь свою судьбу. Я не знаю, что все это значит, но знаю. Привет, мистер Дратон. Я знаю, ты можешь найти способ. Приснился ты. Кто ты? Как узнать? Молодые лидеры много знают о вас, ваших сотрудниках, и они из тех, кто может отправлять войска, чтобы покинуть эти страны. Пошли, о чем ты говоришь, мой друг? Люди, я давно не был, он изменился, он стал другим, вы знаете. Я видел будущее, я видел, как огромная тень достигла земли, мне хотелось поглотить ее. Вы можете представить, как он растет? Персонажи вернулись. Да, на пляже, на берегу Кремового Иордана у вас есть шанс защитить себя. Но если молодой руководитель, отвечу на все твои вопросы, собираем очки, прощай. Держите кошку для дураков, но дух говорит то, что во что я должен верить. Глава 2. Дом. 3 дня спустя на пляже Лулу-Даран. Пророк даже не явился через 3 дня. Я считаю это бесполезным. Глава семьи группы подал жалобу, но здесь нам нужно время. Вы должны торчать. Если мои солдаты там, у них должно быть достаточно еды и гербов. Да, командир? Солдат, а молния есть? Ваша команда должна быть здесь. Нет, шеф, долгое время не получал новостей от глухого Балли. Блин, куда он делся? Орк, ты нарушаешь нормативные требования. Мы уже наняли одного из ваших начальников. Если вы откажетесь сейчас, мы можем спасти вам жизнь. Сначала сказали, что арестовали одного из нас, Гром. У меня нет надежды, но если вы поднимете руку на Брада Бейли, даже не смотрите вперед. Тогда вперед, мой герой, уничтожайте людей. Гроза, как дела? Закончу, брат, страдает только моя гордость. Удали это, мы всегда увековечиваем людей. Прошлое, теперь думаю. Мы можем доставить людей с самолетом. Хорошо, но подожди минутку. Джордан похож на лидера. Ожидаю вашего запроса. Поехали. Ребенок едет на запад возле Карибдор. Вы найдете свой путь. Здесь родятся ваши люди.